двигался в сторону Дарницкого моста, увидел машину, сбившая отбойник и висит на ней. Остановился, подошел, в машине никого не было. Тут сразу подъехал парень, другой, начали люди останавливаться. Все, вызвал гаишников, вот гаишники приехали, оформляем. Водителя вы не видели? Не, не видел, никого не видел. Нашли телефон только и карточки всякие. Прав, техпаспорта не было.